Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп, иногда я реагирую на кавер-дэнсы, такие официальные, не просто кто-то у себя на канале записал, а прям официальные, от известных кей-поп исполнителей. И сегодня меня, на самом деле, YouTube, слава богу, меня подтолкнул к этому делу, он мне в рекомендациях такой опа, Чирён из группы ИЦИ с песней Cry For Me. Я сначала подумал, ничего себе, Чирён станцевала или перепела, я уж не знаю, под Cry For Me от Twice, потом выяснилось, нет, это другая песня Cry For Me, которую пела... изначально исполняла Камила Кабелло. Камилу Кабелло вы наверняка знаете, если не по этой вещи, то по Гавани, Хавана и по Сеньорита. На самом деле, то и другое, приятные вещи, очень. Мне, правда, не нравится больше не оригинальное исполнение, опять же, в каверах корейских певиц, начиная от Гаин, заканчивая там кем-то еще. Тем не менее, в общем, как минимум музыка у нее приятная. Cry For Me я, честно говоря, не слышал, но Чирён офигенная танцовщица, она очень крутая. Чирён — это одна из двух сестер. Вот Чирён, Чиён и Чиён в... И, господи, Wise One была, да, соответственно, участвовала в шоу Produce 48 и попала в итоге в группу на последнее место, так сказать. Может быть, она и выше, на самом деле, могла попасть, потому что мы все знали, там были манипуляции. А ее очень любили, она классно танцевала, она вообще офигенная няша. Чирён тоже няша, эти две сестры, они участвовали в 16-шоу на прослушивание в Twice. В общем, обе не попали, но, тем не менее, вот в итоге Чирён дождала своего шанса дебютировать вместе с JYP и дебютировала с ИЦИ. И, пожалуйста, это студия ЧУМ, известная, известный канал, известная, может быть, студия, да, опять же, в котором разные группы, мужские, женские, солисты и так далее, и солистки, они делают танцевальные версии в такой более-менее пустой студии, просто с таким разным красивым освещением и в 4К качестве и так далее. Вы этого, конечно, не увидите здесь в моем, моей реакции, потому что у меня будет маленькое окошко, да, иначе никак. Но тем не менее. В общем, что мы знаем о Чирён? То, что она офигенно круто танцует. Ей не всегда это получается проявить в, опять же, клипах, потому что в клипах... ИЦИ нужно обязательно показать более-менее поровну всех девчонок. И там вообще многие хорошо танцуют, поэтому Чирён не так, что прям ее вперед выносит, как, например, это бывает периодически у Момо в Twice. Вот тут 3 минуты, тут целая песня, это не маленький кусочек, слава богу, тут прямо она вот танцует. Я понятия не имею, что там меня ждет, но очень хочу, чтобы это было круто. Ну, в общем-то, поэтому давайте смотреть, слушать. Перед началом реакции, как всегда, попрошу поставить лайк. Для начала, я думаю, этого будет достаточно. И поблагодарю людей, которые меня уже поддерживают на Патреоне. Это Шура, Тед Купер и Оля Яроховец. Вот. Оля Яроховец у меня, кстати, новый спонсор. Как-то так. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. Как праздникно посмотрела в экран. Одежде сразу лайк. С потанцовкой еще. Это хорошая идея, кстати. Надо будет потом посмотреть, кто хореографию делал. Очень хорошо. Одновременно сексуально, энергично, нежно. О, она такая милаха, на самом деле, когда улыбается. Ух ты, тоже хорошо было. У нее очень разнообразная хореография, я должен сказать. И операторская работа здесь хорошая. Кстати, песня неплохая. Ух. Блин, пока я в восторге, по-моему, очень здорово. И опять же,
движение очень подходит песне. Чирен лицом хорошо играет. Али и Белл. Hype Up. Ну, кто хорео делал, молодцы просто. Это было, на самом деле, очень хорошо. Прям очень хорошо. Я прям еще раз хочу посмотреть, на самом деле, моментально. Потому что ни одного раза откровенно не хватило. Это было... Опять же, вот до этого я реагировал на многих исполнителей с разных, и иногда проблема была не в исполнительницах, практически всегда. Я на Мома реагировал, я на, господи, на Лису реагировал. Лис, на самом деле, пожалуй, в плане ценности была самая интересная, потому что там был нормальный такой клип, трехминутный, он был крутой, он был с точки зрения, не знаю, хореографии не весьма хорош, разумеется, потому что Лис еще, ко всему прочему, танцует шикарно. Вот, и он был хорошо снят. У Мома, например, когда у него было хорео, там была проблема в одном из, с этой самой, как его, с, ну, пожалуй, с операторской работой, с монтажом. Там как-то все слишком резко было нарезано, и поэтому это не так все здорово получилось. Вот. Но вот здесь, при том, что это... Вот это студия Чум, у них там артист месяца, да, они разные, надо будет посмотреть на других, как остальные девчонки. Ну, может, не только девчонки, конечно, это дело танцуют. В общем, здесь все очень хорошо. Опять же, освещение мне всегда у студии Чум нравится. Оно такое цветное, клевое, себе такое хочу. Потанцовка хорошая, опять же. Она периодически много времени проводит на полу, это на самом деле очень здорово. То есть не просто стоя танцует по-всякому, так сексуально изгибаясь. Здесь как бы есть и секс, извините, здесь есть и милота, здесь есть просто профессионализм, техничность, энергия. Ну вот, блин, я даже кадр посмотрел, смотрите, как она здорово выглядит. Это я просто тупо стоп-кадр рандомно сделал. Она такая прям, знаете, какая-то гордая, независимая. Я насчет камеры пристально смотрит, не отрываясь, практически не моргая. Тени здесь тоже в кассу. Опять же, здесь нет постоянных нарезок, это приятно. Ну, в смысле, часто их и не бывает, часто так и снимают, скажем, в случае, когда постоянно нарезки, они редки достаточно. Больше все-таки работают вот так. Но все равно это приятно. И постоянное переключение цветовой гаммы, в принципе, освещение это миленько. Это просто очень круто, очень красиво. Ух, блин, ну... По-моему, очень здорово. Такая подпрыгнула, практически взлетела. Ух. Тоже здорово, что она просто перекатилась несколько раз. И камера опять же работает, свет на нее падает постоянно. Освещает ее в выгодном свете. Ух. Ох. Шикарно. Хорошая режиссура,
И, кстати, идет такой цвет волос. С точки зрения движений, я не могу сказать, что я большой специалист, но полностью безупречный. Я так понимаю, причем хореограф одна из девушек из танцовки, потому что вот хореографы Али и Белл, хайпап, и танцоры Белл, Парк Еджи, Чой Савон, Ли Гарам. Ох. Очень приятно, я удивлен. Не могу сказать, что удивлен, прям, потому что, повторюсь, Чирён, они обе, в принципе, известны своей великолепной пластикой, своим профессионализмом, своим, не знаю, любовью, умением танцевать практически все, что вот не бросают, типа, давайте, в принципе, импровизировать я неплохо умею, а может даже хорошо, тем не менее, вот, это было... Из того, что я смотрел, чуть ли не самое сексуальное. Это при том, что там были и до этого и Лиса, и Мома, и так далее. То есть мне вот именно какое-то общее впечатление особенное, крутое у нее как-то. И мейк был, и освещение, и движение, и, господи, работа камеры, и вообще и все. И одежда. Все, все здорово, все как-то вместе так сочеталось и достучалось до моего сердца, скажем так. А как вам? Как вы... Что еще, на самом деле, о студии Чум мне стоит посмотреть, чтобы вот так же восхититься, как Чирён, на самом деле? Предлагайте, пожалуйста, только девушек желательно. Я все-таки предпочитаю их смотреть. Ладно, все, спасибо. Напишите в комментариях, что вы про это дело думаете. Поставьте лайк, подпишитесь. И я благодарю искренне людей, которые меня поддерживают на Патреоне.